От вас одни убытки! Вы решили проникнуть в лагерь! Думаете, я не догадаюсь, что вы игровые злодеи? Извините, Слендермен, мы не знали, что это ваш лагерь! Тебе смешно? Теперь понятно, почему они гадости делали. Фортанул. В качестве наказания и возмещения ущерба будете у меня работать до старости лет. Я и так старый уже. Обновим. Зато спина не болит. А вам, я смотрю, тоже весело? Они мои друзья. А с тобой будет отдельный разговор. Бежала с лагеря, и уже не первый раз. Только позоришь меня. А вы вон из моего дома! Чего? Все, пока! Фух, я думал, мы там навсегда останемся. Пошли домой. Стоять! Мы не бросим там Алену. Надо ее спасать. Ну, а что мы можем? Как мы в дом попадем? Вообще ужас! Кто так ходит? Ты тебе вообще права отдал? Как же ты меня достала? Всю дорогу выносила мозг. Это же Эндермен. А что он тут делает? Пойдем узнаем. Ну и что? Тут твой братец живет. И где он вообще? Не знаю. Что ты туда наложила-то? Все блоки, что ли, собрала? Ты там не ворчи, лучше неси. Да я тебя... О, братец, добро пожаловать. Братец? Привет, малой. Чего? Да ты меня старше всего на 2 минуты. Две не две, но ты мелкий все равно, как всегда. Да ж чем ты питаешься? Каждый год все выше и выше. Смотри. Пошли. И туда, сюда. Я знаю, как мы попадем в дом. Чего, прикинемся чемоданом? Да нет же, туда залезем. Это им больше не понадобится. Это тоже не надо. И вот это все. Да-да-да. Залазь. Это первое. Ну? Нет, я первая. Мне больше места останется. Ну что ты, лысая башка, все такой же хилый? Да я тебя не трогай, лысина! Что стоим? Берем вещи, заносим в комнату. Да. Сейчас. Эй, помоги давай! Давай. А ну вот тут из этого угла, давай. Туда что, кирпичи наложили? Ну, не знаю, походу, давай. Моя спина, давай. Моя спина, давай, быстрее. Пойдемте, я вас провожу. А это кто? Это моя дочь. Фу, она что носит? Людскую одежду? Да, братец, если бы увидел это наш отец. Алена! Алена! Извини, пап, я сейчас... Ой, не будь таким старпером, эндерменчик. Я эндермен, я никакой не эндерменчик. Ну да, как скажешь, эндесик. Я тебе что сказал, криперка? Я великий, ужасный эндермен. Ой, простите, великий ужасный. Кто это же?
А ну иди сюда, у меня с тобой серьезный разговор. Ой, не грузит. Тише, давай быстрее. Так, куда было поставить? Вот сюда. Давай, чуть-чуть. Ой, нет, далеко. Давайте вот сюда. Пошли. Вот тут ставьте. Точно? Да, вот тут. А хотя... Давайте вон туда. Да, думаю, самое то. На счет три. Раз. Два. Три. И так сойдет. Пошли. Ксения не получит. Ксюш, ты где? Ой, слизь меня! Ой. Пошли, мы внутри. Ну что, братец, я сюда приехал, чтобы лично сообщить тебе такую плохую новость. Ха-ха-ха-ха. Ну давай уже, хватит тянуть резину. Наш отец оставил завещание. Зачитываю. Слендер, сынок, ты стал слишком часто общаться с людишками. И поэтому я завещаю все свое имущество твоему брату Эндермену. У тебя месяц, чтобы освободить дом. Как? Отец признал меня. Ох, ты мой любимый ужасный эндерменчик. Я Эндермен. Ну да. Но как? Лиза, ты это слышала? Ага, я не знала, что у Эндермена есть второе имя Эндерменчик. Да нет же, слушай внимательно. А, слышал, мы больше не будем прислуживать этому лысому. Да чего, один? Да нам этот лысый ничего не сделает, пошли. Пошли. Стойте! Тут есть еще запись совсем мелким шрифтом. Вот. Что? Но если Слендермен в течение месяца найдет себе жену из рода злодеев, то все его богатства останутся при нем. Плюс я отдам все свое богатство Слендермену. Все до копейки. С любовью, великий и ужасный. Как? Нет. В смысле? Найти жену в течение месяца. Что? Все богатство? Если стать женой Слендермена? Слендерменчик? А ну, стоять! Ну, братец, я не думаю, что так будет все просто. Я тебе обещаю. Пошли. Пока. А ну, стоять! Ну что? Кто там про лысого говорил? Диана, девчонки, я сейчас. Ну что теперь делать? Что-что, все хорошо. Слендермен найдет себе жену, и все станет как прежде. Да в том-то и проблема, что он вообще не умеет общаться. Вот. Я вас прошу! Бегите, ребята, бегите! Да, согласна. А у меня есть идея.
А если мы ему сами найдем жену? Разместим анкету Слендера на сайте знакомств и найдем ему жену. Да не! О, у меня появилась отличная идея. Мы разместим анкету Слендера на сайте знакомств и найдем ему жену. Крутая идея! Давайте пять! Нам нужен ноут. Пошли! Ага, да. Стоп, а разве я это сказала? Да нет, пошли! Это не ты сказала. Проклятый Слендермен! Ну что ты, Эндерменчик, ну успокойся. Сколько раз я говорил, не называй меня так. Кто там? Здравствуйте, Эндермен, я Пигги. Наслышан, Пигги, что тебе нужно? Позвольте пройти. У меня есть для вас очень выгодное предложение. Я стану женой Слендермена. Какая тебе выгода? Вы мне поможете, и все, что завещал ему ваш отец, достанется вам. Ну что, по рукам? А что тогда тебе? А я заберу все богатство, избавлюсь от Слендера и его дочь. А ты мне нравишься. По рукам. Без проблемы. Тебе понравился выпуск? Тогда скорее жми лайк и подписывайся на канал, если ты это еще не сделал. Хочешь больше видео? Тогда не пропускай ни одного. Нажал на колокольчик. Нажал, точно. Молодец. Обязательно забегай на наш инстаграм. Ссылочка будет внизу. С вами была Ксюша Макарова и мои друзья Лиза и Алена. Ну а пока всех люблю, всем пока! Ксюша не так в шоке. Стоять! Мы не бросим там Алену. Надо ее спасать. Так, а это куда? Ой, это супер план! Да! Давайте петь! Девочки, или мы можем разместить пакету Слендермена на сайте знакомств и там найдем ему жену. Супер идея, я придумала. Да, вообще, класс. Три дебилы. И у меня есть еще идея лучше. Ну что ты, лысая башка? Все такой же лысый? Да я тебя. Ой, не будь таким старпером, Эндерменчик. Эндерменчик. Еще раз. Как ты его звал? Эндерменчик. Думаете, я не догадаюсь, что вы игровые злодеи? Как? Нет. В смысле? Стоп. Зачем? Не помню. Слендерменчик? А ну, стоять. А ну, отойди. А я заберу все богатство, избавлюсь от Слендера и заберу все богатство. Нет. Будете у меня работать до старости лет. Да я и так старый уже. Девочка!